мы решили сделать такую акцию, собрать поздравления, пожелания от наших жителей нашему городу. Мы желаем здоровья вангородцам и всем вообще. И желаем, чтобы в нашем городе быстрее отремонтировали дорожки и детскую площадку выстроили нормально. Ну, чтобы он процветал, как и хотелось бы, чтобы он не отставал по красоте своей от Нарвы, потому что Нарва на данный момент лучше выглядит. А вообще, в принципе, очень уютный, хороший город. Пусть будет, пусть цветет и радует нас. Хозяина хорошего, местного, хорошего, который думает быть о жителях. О жителях, естественно, о жителях. Благоустройство. Маленький городок, как сказать, лицо России. Мог бы, наверное, бы, если при хорошем хозяине, тут было бы классно, и не существовать люди, а жить прекрасно бы. Ну, желаю моему городу любимому, я живу здесь 21 год, процветание, он стал более лучше, красивый, вот. Много детей появилось, вот. Ну, что еще? Ну, администрации нашего города благодарность, потому что город очень стал красивый, действительно, вот. Стал ухоженный, более это, вот. Ну, и еще желаю, чтобы наш город более был цветущий. Ну, у нас бассейн открыли, хороший бассейн. Что, крепость посмотрите, у нас очень хорошая, красивая крепость. Зачем? Мы свой город любим. Да, и потом мы сейчас вот... Хотим, чтобы он процветал. Я сейчас вот, хорошо, что деньги выделили. Хоть что-то вот делается в каждом дворе. Вот, приятно посмотреть. Вот памятник поставили у нас хороший. Скверики делают. Вот, идешь и любуешься. Хорошо, потому что много гостей. Променад построили дальше. Хочется, чтобы вот около у реки все было хорошо. На Нарву равняться надо. В принципе, я-то не с Ивангорода, я с Нарвы. Тем более. Да ладно. Нарвский гость. Давайте. Да, да. Нарвский гость. Есть что пожелать Ивангороду? Конечно, я желаю удачи, чтобы болезнь быстрее прошла, чтобы вообще свобода была лучше, потому что на самом деле вот этот запрет полтора года, вот я первый раз, допустим, у вас нахожусь, да, за полтора года, и поэтому мне очень приятно здесь быть, очень радостно в крепость ходить там и по магазинам проходить. И... Ну что у нас них может не хватать? Только денег же все нет. Все нормально. Ремонт делается на улицах. Я смотрю, все хорошо. Всех поздравляю, горожан, всех ивангородцев с праздником. Так, во-первых, чтобы границы открыли, потому что мы тут в изоляции оказались. Променад хотим хороший. До Байковского. Ну, это нереально. Ну, вообще, чтобы... Можно было где-то гулять и на велосипедах ездить. Здесь очень классно, много всего интересного, много-много всего можно увидеть крутого. Нам здесь нравится. Ивангород, с днем рождения! Отличный город. Отличный город. Да все хорошее, все хорошее. Соответственно, и дачу здесь купил, потому что если был бы плохой город, я бы здесь дачу не купил. Поэтому желаю процветания. Всего, как не знаю, что еще пожелать. Городам ни разу не желал. Людям желал, городам процветания, успехов, как не знаю, преображения, так сказать. А, работы там, говорят, не очень много. Вот желаю, чтобы было много градообразующих предприятий возникало и развивались. Желаю как можно лучше благоустроить в ближайшее время город. Надеюсь, он у нас будет весь прекрасен. Нам наконец отреставрируют парусинку, где будет не только приятно погулять, посмотреть на открытые водопады, но и на архитектуру, которая будет, соответственно, приведена в надлежащий вид. Я думаю, что будет больше туристов в нашем городе и будет лучше нашим детям отдыхать. Нам будет, помимо того, что тихий, спокойный, приятный город, но еще очень красивый. Ну, что можно пожелать нашему городу? Процветания жителям, чтобы достаток был, счастья, здоровья. Я желаю городу процветания, чтобы город дальше расцветал, чтобы он цвел, чтобы люди радовались, были счастливы. И в период такой вот тяжелый, чтобы все были здоровы. Это самое главное, чтобы все близкие были здоровы, чтобы никто не болел. И счастья, мира, добра.
Тут нет ничего хорошего. Это черная дыра, из которой не выбраться никогда. Нет, город очень хорошо процветает. Все очень реконструируют. Парусинку в порядок приводят. Большое спасибо. Улица текстильщиков, там работа кипит, прям радует. Наконец-то. Еще бы фасады домов отремонтировали, было бы вообще прекрасно. Ну что-то ух прям нету, но город тихий, спокойный. Вот это для детей, много зелени, пенсионеров много к нам с Питера сюда переезжает, именно поэтому, что у нас здесь спокойненько, воздух чистый. Ивангород, с днем рождения! Ура! Ну, есть места, где можно погулять, а также можно крепость ходить. Да, на променад спуститься, там лебеди плавают. Ивангород, с днем рождения! Ура! Мне нравится, здесь очень тихо, зеленое все. Что еще здесь? Крепость интересная. Ходим. А что еще? На дачу ездим. В городе все замечательно, кроме дорог. Мне нравится очень Ивангородская крепость. Потому что, ну, как бы, старинное место все равно, там очень красиво так. Вид хороший. И воздух всегда чистый и свежий.